Робота у прямому ефірі триває. Будемо говорити про те, що буде зі злітною смугою в Одеському аеропорту. В студії у нас Вадим Громов, пілот, Олександр Капустін, член громадської ради при Одеській облдержадміністрації. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго. Доброго. Давайте подивимось відеоматеріал на цю тему. Він великий. Повернемося, будемо обговорювати, будь ласка. В Одесі не встигають вчасно здати злітно-посадкову смугу. Так, на сьогоднішній день вже вкладено 800 метрів верхнього шару бетонного покриття з необхідних 2800. Вкладання основного шару так званого важкого бетону почалося в кінці серпня з південного боку майбутньої полоси. У Києві впевнені, що вже в 2019 році всі роботи будуть завершені, хоча в Міністерстві інфраструктури не раз заявляли про те, що роботи завершать цього року. У травні цього року я інспектував хід будівництва ЗПС. В 2019 році оновлений аеропорт, я надіюсь, дозволить перетворити Одесу на південний хаб. Уже третій рік поспіль динаміка зростання авіаперевезень майже на 30% в рік вимагає модернізації аеропортів, і ми над цим працюємо. Про продовження реконструкції злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту заявив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання народного депутата України Олексія Гончаренка під час години запитань до уряду 9 листопада. Нардеп Гончаренко підкреслив, що вперше за роки незалежності злітну смугу реконструюють. Голова уряду додав, наразі все під контролем. Фінансування передбачили в розмірі 1 мільярда гривень. На жаль, на наступний рік в проєкті бюджету 2019 я не бачу видатків і статті видатків щодо злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту. Володимир Борисович, прохання до вас все ж таки обов'язково довести цей надзвичайно важливий проект інфраструктурний для всієї України, особливо для півдня України, до кінця, передбачити необхідне фінансування і взяти це під ваш особистий контроль. Так, ми почали допомагати, ми дали десь приблизно 1 мільярд гривень на будівництво цього об'єкту. І він не потребує внесення змін до бюджету, тому що є конкретне джерело виконання цих завдань. Будемо дивитися в рамках своїх можливостей, будемо далі допомагати його будувати. Загальна динаміка будівництва дозволяє зробити висновок про те, що якщо дозволить погода, то за листопад автомагістраль «Південь» покладе чергові 400 метрів. Але ні про яке закінчення робіт в цьому році не може бути й мови. На сьогоднішній день завершені земляні роботи біля північної частини злітної смуги, а також вкладання всіх підготовчих шарів – піску, гравію та інших матеріалів. За словами технологів, загальна товщина покриття злітно-посадкової смуги становитиме 110 сантиметрів, з них фінішний шар важкого бетону близько 40 сантиметрів, що забезпечить міцність покриття. Так, панове, ну скажіть, будь ласка, ну насправді, які б оптимістичні та такі, ну, сподівання, на які ми розраховували, не були, скажімо так, у цьому році закінчити ці роботи, це нереально. Так, нереально закінчити було, навіть якщо б працювали на повну потужність при постійному фінансуванні. Да, то є думку, будь ласка. Да, добрий день, уважаемые телезрители. Ну, я слежу за этим ходом событий с самого момента, как, так сказать, заложили капсулу в нашем аэропорте, о ее начале. Это и было высказано 18 месяцев. Конечно, мы уже неоднократно говорили об этом, что это минимально, ну, очень маленькое время, да, и да, невозможно за это время выполнить весь объем работы. И на самом деле, это же касается не только самой полосы, монтаж полосы, а это рулежные дорожки, это магистральные дорожки, это перроны, новый перрон возле нового терминала. Ну, на языке пилота самолет с руля после посадки выруливает на рулежные дорожки, дальше перемещается, рулит к перрону. На перроне он останавливается, дальше подъезжают вся авиационная наземная служба, которая обеспечивает заправку топливом, т.д. и т.п. Так вот, у нас перрона возле нового терминала нет. И от того, что мы построили или построим новую полосу, то на данный момент самолет не может заруливать под новый терминал, и он это выполняет при рулении на старый терминал. Дальше автобусом пассажиров перевозят под новый терминал. И то же самое происходит как бы обратно. Поэтому само устройство работ на взлетно-посадочной полосе, это не закончит всю ту задумку, в общем, которую необходимо нести авиационному узлу, как мы говорим, или хотим, чтобы это был авиационный хаб. Потому что это
полный комплекс работ, то, что говорилось ранее, это радиовентиляционное обеспечение, электротехническое обеспечение, то есть об этом я пока не вижу, об этом, чтобы кто-то говорил или делал. Но есть у вас взагалі якесь уявлення, скільки часу це може зайняти? Если приложить максимальные усилия, так сказать, финансирование, то все то, что необходимо вот по технологической карте сдать этот аэропорт, надо еще минимум где-то 1.5 года, вот от сегодняшнего дня. Так, минимум так год, богато. 1.5 года именно, чтобы сделать полную красоту с учетом, почему? Потому что мы действующие аэропорт. Нужно это понимать, что на данный момент выполняются рейсы, мы должны делать пересекающие рулежные дорожки, создать ту карту руления взлета и посадок, не мешая проведению строительных работ. Конечно, если бы это был бы аэропорт с нуля, это бы делалось бы все бы по-другому, а так при этом совмещении, конечно, затрагивается время. Так вот тогда, когда говорилось 1.5 года назад, наши прогнозы были, что это надо сделать при идеальном финансировании, я это говорил также в эфире, минимум 2.5-3 года. Я не знаю, откуда взяли 18 месяцев. Я не буду это комментировать, но за 18 месяцев никто бы никогда бы это не построил так, при идеальном финансировании. Ще цікаві деталі. Ми вже почали будувати, ми вже дивимося, як відбуваються темпи будівництва, але ми розуміємо, що у процесі треба ще додавати якісь необхідні уточнення, ну, стосовно длини смуги. Зараз, наскільки я розумію, було обговорення цього питання, ну, скажімо, на круглому столі в Одеській ОДА. Результати цього обговорення, будь ласка, Олександр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вчера состоялось заседание общественного совета при Одесской областной государственной администрации. Я являюсь членом этого общественного совета уже неоднократно. Но впервые за несколько лет вчера все члены общественного совета проголосовали единогласно за предоставленный мой проект обращения губернатору, кабинет министров Украины, министру транспорта и инфраструктуры по поводу, как вы правильно сказали, обещают людям непонятно что строя. Наш проект нашего Одесского международного аэропорта предусматривал изначально проект, который, как я понимаю, с прошлого века, там он был до мэра Гурвица еще, длина полосы 3200 метров. То, что сейчас строят, длина полосы 2800 метров, на самом деле ни о каком международном южноукраинском хабе, как говорит наш министр Амелян, здесь говорить невозможно, потому что южный хаб Украины — это узловой аэропорт, крупный пересадочный перегрузочный узел. Длина полосы 2800 метров, которую сейчас строят и будут строить, очевидно, по их же заверениям, наверное, до апреля следующего года, длина этой полосы не предусматривает посадку и разгон самолетов, то есть аэробусов, Боингов. Из предоставленных данных открытых, я не буду занимать время, видно, что аэробус А330, Боинг 787, аэробус А380, Боинг 747. Эти модели, которые являются дальнемагистральными, то есть межконтинентальные перелеты можно осуществлять. Длина их разбега составляет на 50-100 метров больше, чем то, что сейчас предусмотрено це обрезанным проектом. Разница довжины смуги. То есть 8%, на 8% удлинение строящейся полосы сейчас в момент залития бетона, это в материальном соотношении 5-10%. Но наш аэропорт станет принимать действительно высокого класса современные корабли. Це принципово, абсолютно точно. Ви я думаю, у меня дополнит специалист коллега, который находится в студии. Не сяде и не поднимется с этой смуги, если она будет 2800. У пилота, вот, по техническим данным, должна быть в данной полосы в размерах, в длине, буфер безопасности, то есть точка невозврата, при которой пилот должен обязательно взлететь, он уже не может тормозить. Я думаю, более подробно здесь технический специалист дополнит меня. Так. Ну, тобто сенсу таким будувати 2800 взагалі, ну, невеликий сенс. Ну, но я буде быстро, нова смуга, я быстренько постараюсь объяснить. Ну, в недавнем далеком Советском Союзе наш терминал, на который мы видим на экранах, принимал в 3 раза больше на данный момент пропускной способности, чем делает данный момент аэропорт. То есть, по большому счету, можно пойти по двум пути. Да, если мы оставляем длину 2800, тогда категория аэропорта остается и все его форматы, типы воздушных судов, те, которые как бы есть. Но для этого тогда надо обеспечить всю необходимую привлекательность для этих малых, относительно, так сказать, небольших воздушных судов, чтобы они могли сюда прилетать, то, что я говорил. Сделать нормальные рулежные дорожки, новые перроны возле нового терминала и всю навигационную. Потому что если увеличение самой длины полосы и ее ожидаемого типа, который сказал
Александр, мы говорим о Боинге, например, 787, но я не думаю, что Одесский аэропорт будет его обслуживать и принимать, то есть это очень весомые такие, как бы, ну, конечно, 3200 это стандартная длина, которая, как бы, может быть. Что она даст? Непосредственно создаст прямое сообщение, не надо будет лететь у нас на данный момент в Украине единственным хабом, так считается, аэропорт Борисполь, поэтому, конечно же, в аэропорт Одесса будет принимать эти воздушные суда напрямую, не надо будет лететь. Но как на... основным, если узлом международной деятельности, такой трансконтинентальной, если мы говорим об этом, тогда надо сделать 3200, и тогда воздушные суда могут непосредственно лететь с Юго-Азии, непосредственно сразу, как это вот рейсы выполняет Boeing 737-800 из Дубая в Одессу, то точно такой же маршрут, только... А окрім довжини смуги, більше немає жодних нюансів, я маю на увазі територія аеропорту. Я вам об'ясню, значит, я не совсем... скажу, что можно это, можно, конечно, попробовать. На одном торце полосы у нас Катыревское кладбище. То есть есть системы навигации, радиоприводные маяки. То есть это специальное устройство, агрегаты, которые стоят на определенном удалении полосы с одного и с другого курса. Их размещают на удалении 1 километр и 3. Соответственно, если мы удлиняем полосу, их нужно также переносить. Так вот, со стороны захода полосы на 16-ю полосу мы имеем терминалы в виде торговые центры, пятый элемент. Это то, что как бы, ну, имеет зоны своей безопасности, и, соответственно, выноску на объездную дорогу, я так бы ее назвал бы, вряд ли мы дотронемся до этого. То есть, конечно, есть аэропорты, которые могут делать на выносную полосу на эстакадах, это аэропорты, их очень много в Германии, ну и в других странах как бы Европы, но создать условия, как бы, необходимые для этого можно. Однако, если мы делаем 3200 и делаем как бы хаб, да, то, конечно, это, я бы сказал, конкуренция Борисполю автоматом. Вот, поэтому надо это тоже понимать. Навіть незважаючи на масштабы самого аэропорта. Да, да, незважаючи на це. Потому что эти суда, зачем лететь в Киев, возвращаться в Одессу, куда не приземляться сразу в Одессу. Можливо, це все ж таки політика, і ми можемо говорити, що це конспірологія, але, можливо, це лобіювання когось. Ну, можливо, представники аеропорту Бориспіль не дуже хочуть такого конкурента. Ви знаєте, я не готов говорити, хто з ким лобірує, але от навіть спілкуюсь з опонентами, от ми бачили на Алексея Гончаренко говорил, да, действительно, у нас теория развития финансирования не только аэропорта Одесса, а вообще авиационной отрасли в целом стране. Практически я вот сам слежу, о чем говорят в Верховной Раде, и практически очень редко говорят о развитии авиации, об авиационных каких-то вопросах, выделении на это бюджета. У нас есть предприятие, концерн ГП «Антонов», на который до сих пор они пробуют получить государственные субвенции, достроить те самолеты и, так сказать, летать на наших самолетах в том числе. Ну, я не готов говорить пока об этом, потому что не обладаю полной информацией, но по большому счету, главный вопрос – это финансирование. Если были бы, конечно, бы на все бы деньги, то что касается нашего Одесского аэропорта, то я допускаю, что на данный момент работает та организация, которая выполняет только взлетно-посадочную полосу, то есть это люди, занимающиеся чисто бетоном. Не вижу пока тех, кто делает какие-то работы по радиолокационному оборудованию, по светотехническому, об этом пока тоже не говорится, потому что есть также мировые бренды, которые не зашли пока официально сюда выполнять какие-то виды работ. Ну, сделаем мы на языке пилота полосу. Я хочу просто объяснить, как себя чувствует пилот. Представим себе, как автомобилист, вы едете на Киевской трассе, например, на скорости 200, у вас туман. Наверняка у вас это будет, как и вы ничего не видите. Так вот, также летный состав, заходя к нам в Одессу, вот этот туманный все-таки Альбион, и к этому надо иметь отношение, определенная радиолокационная система, светотехническое обеспечение должны для этой длины полосы, для этих воздушных судов автоматически увеличить эту сметную стоимость полностью. То есть, принимая 3200, нужно сделать то радиотехническое, светотехническое оборудование для приема этого типа воздушных судов. И не только. То есть, вы приземлились, далее эти суда надо обслуживать. Это специальное устройство, это специальное наземное оборудование для этого типа воздушных судов. Поэтому развитие, так сказать, авиационного хаба, дай бог, в Одессе, но это может быть при, я бы сказал, сумасшедшем финансировании лет через 10. Мы ни в коем случае не перейдем сейчас в Борисполь, потому что Борисполь обладает уже наземным оборудованием для приема этого воздушного судна. То есть сама полоса удлинения ничего не решит. То есть, знаете, как говорится, я получил квартиру, но там нет ремонта, надо ремонтировать и обставлять ее мебелью. То же самое, любой авиационный узел нужно как бы обставлять. Это хаб. Ну, хаб это, ну, даже сейчас Борисполь закончил уже, вы видели в новостях,
сделали железнодорожное сообщение, то есть вы приземлились и сели на поезд и поехали, так сказать, ну, как это, он, прекрасный аэропорт в Швейцарии, Цюрих, вы вышли, сели, и вот через, со скоростью 270 км, у них скоростные поезда, 270 км в час, страна небольшая, вы практически за час-полтора добираетесь в стране, ну, вот это о хабе, это о теории хаба, поэтому, если мы приглашаем такие типы воздушных судов, надо понимать, насколько сильно мы должны развить инфраструктуру, не только длиной полосы, радиооборудованием, светотехническим, сервисом и всем-всем остальным, и подготовкой, конечно, специалистов, потому что это очень один из немаловажных факторов – подготовка специалистов, в том числе, которые этим будут всем заниматься, обслуживая даже тот новый терминал, который есть у нас. Сподіваємося, що все будуть, ну, все будуть продумувати, і можливо, можливо, питання фінансування не буде стояти так, як стоїть зараз. Я думаю, что хочу добавить еще так быстро. Неплохо бы, конечно, чтобы появилась бы у кого-то бы концепция, сколько действительно нужно финансовых средств на окончание в полном том задуманном объеме, с учетом того, то, что мы проговорили. Это электротехническое, радиотехническое обеспечение и все-все, что необходимо для того, чтобы наземное обеспечение аэропорта в будущем могло воспринимать тем должным образом те воздушные направления. Почему? Потому что даже когда прилетает воздушное судно, ну, бывает всякое, вот, противообледенительные системы, которые обеспечивают полосу, чтобы не собирался лед, и специальные механизмы устройства, то есть мобильные станции. Этим всем надо как бы заниматься и приобретать. То есть начинка аэропорта – это один из тоже тех же показателей. Но я не видел пока ничего. Можливо, це зроблять частні інвестори. Подивимося, як це буде. Если они это сделают, это, конечно, идеально. Главное, чтобы их туда пустили, и они могли вместе, как говорится, его, эту... это прекрасне направлення, так сказати, розвивати і совместно подавати інформацію наверху. Дякуємо вам. Вадим Громов, пілот, був на студії, та Олександр Капустін, член громадської ради при Одеській державній обладміністрації. Далі випуск новин, з яким ознайомить Юлія Довганюк, потім авторський проєкт о 18:10. Повертаємося до студії.